О! Здорово, были. Этот мир любимый, полон света, добра и благости. Тихим светом далеким светится небо звездами озаренное, и легко душе моей верится, вечный рай, где живут спасенные. Тихим светом далеким светится небо звездами озаренное, и легко душе моей верится, вечный рай, где живут спасенные. Чего не поешь-то? Ой! Кончится, попрятались за книги за мои. Мне очень-очень хочется за Россию всегда молиться. Тихим светом далеким светится небо звездами озаренное, и легко душе моей верится. Заходи. Ну-ка, зажги тут свет. Свет зажги-ка. Во! Посмотреть надо, что тут делается. Я думал, кто-то есть, никого нету. Идите, пойте. Ну еще, покормили? Да немного закупил. А? Немного закупил. Ну а где много? Ты ничего не приносишь. Тебе спрашивают, дареному коню зубы не смотрят. Я говорил, ты вложи что-то маленько, потому что едят-то. Так же нельзя. И сколько раз говорил, ты однако ничего. Пришел к Людмиле Степановне, она готовит все. Дал ей там какую-то, сколько-то, скажи, сколько стоит? Она ответит, лишнее-то не возьмут. Хлеб, рыбу, тут все, смотри, как готовят хорошо. Ты же получаешь и пенсию такую же. Все, заходите. Получилось? Так, я проверю, что ты занимаешься, чем они. Ну все, пошли на занятия. Нет, он хорошо освещает квартиру. Так. Так, давайте. И нет другого имени. Марит, посчитайте. На занятия.